Вот, дорогие земляки, я стою в магазине. По Абая. Возле перекрестка. Бывшая 4-я бульварная. И Абая. Там пятиэтажный дом есть. На первом этаже там все для дома. Вот один из отделов. Я зашел, очень любопытный. Тут товары того советского времени. Вот уже тут я, когда заходишь, уже сразу же набор значков тут вот. Все того советского прошлого. Смотрите тут. И все это можно купить, приобрести. Потом повешу. Посмотрите, целый музей тут. Может, кому-то заинтересует, можете тоже посетить. Я понял, что это как комиссионка. Тут можно, наверное, и принести можно, да, и купить, да. Тут даже вот военная форма прошлого. Смотрите, кителя. Тех времен, еще 60-х годов. Кобура. Часы. Посмотрите, это все вот утюги того времени. Самовар. Фототехника. Фотоаппараты, часы. Телевизоры. Настоящий музей прошлого. Кухонная утварь, знаете, тарелки. Радиоприемники здесь. Швейные машинки. Весы, сковородки. Смотрите, тут книги даже есть. Вот. Отдел книг. Плафонов. Все того же. Временно. Если у кого-то остались, допустим. Патроны без плафонов. Советские. Вот можете тут запчасти купить. И тут тоже, смотрите. Все это того прежнего советского времени. Красиво. Тут книги тоже можно. Библиотека. Антиквариат тоже есть. Телефон. Вот знаете, земляки, есть такой магазин. То, что вы ищете. Магазин. Вот вы бы обратились как это называется? Помнишь, печати у них там? Канцелярский или как? Не-не-не, вот они печатями занимаются. Печати, штампы, у них и ликвидация есть, они и сами могут любую сделать по твоему желанию. Вот там они рядом с этим, с центральным гастрономом находятся. Женщина-хозяйка там, я уже забыла. Вот мне кажется, вот то, что вам нужно, если вы хотите на, прямо оттиск, чтобы был на этом, на бумаге, да? Да, да. Это надо какое-то там... Они же делают с резиной, наверное, какая-то резина, а потом они на ней вырезают, как потому что.
Да, готовые продавались, я помню, прямо берешь это и там это сам набираешь. Вот такой магазин у нас есть. Это вот вы, наверное, этот директор этого магазина, да? Или хозяин, начальник. Вот смотрите, земляки, посетите его. А те, кто жил в Жамбуле, вот знаете, что на этом магазине, на этом месте сейчас вот такой магазин. Раньше тут был спорттовары был. Свадебный был, ага. И вот, смотрите. Мы с самоваров начали. Я несколько своим родственникам отправил самовары. Ага. А потом и мы лет 5 еще этим начали заниматься тоже. А вообще вот самовары, рукомойники. Одну прялку я отправлю в Германию своим. О, это вообще там музейный. Это для них напоминание. Конечно, конечно. Так люди живут же воспоминаниями. Вот это все. Вот мы с вами посетили. Ну это вот этот, в этом крыле, это старый. Ну так же и здесь тоже, посмотрите. Тут даже одежда, тоже советских времен. Коньки. Ванны. Здесь тоже вот запчастей очень много разных. Я уже сам как-то один раз обращался, не мог найти крепление для мебели советской. Здесь нашел вот карта, тоже раритетная карта мира. Музейный экспонат. Вот это все тоже вон, мясорубки. Все. Инструменты. Все. Ну если купить, я вам посоветую, где нужно взять. Самовары там. Это надо поехать в институт водного хозяйства. Там Жандос, да. Я громко не говорю, чтобы не мешать. Тут вот эти раскладушки. Помните, да? Ну, есть еще Эрик, он тоже вот ташкентская. Так что, дорогие земляки, имейте в виду. 260 номер. Кроме никого, кроме никого нет. Я никого не посоветую. Здесь, наверное, тоже. Вот тут вот. Можно кондиционер тут купить, старый. Здесь тоже все склад со всех времен. Здравствуйте. Это ваш склад, да, тут тоже все. Да, да. Вот все, что вас интересует из запчастей, как говорится, прошлого. Особенно здесь можно поискать и найти. Такой вот магазин здесь организовывает. Бывший магазин спорттовары и также и новобрачных был магазин. Раньше? Ага, раньше. Спорттовары, помню, был. Сейчас вот так вот. Так что, дорогие джамбульцы, можете посетить, прийти сюда. И все купить для тысячи мелочей. Что характерно, запчасти можно еще советские найти здесь. Отпойные молотки вон тут, штативы, садовые инструменты, насосы. Ладно, спасибо, всего доброго. Вот здесь тоже вот мы. Сейчас мы выйдем и посмотрим с вами,
что это за магазин. Вы вспомните. Вот этот есть магазин. Здание, пятиэтажка тут. Называется «Раритет». Все для дома. Ну а там в этой половине, а в той половине там шторы, там разные. А напротив здесь вот Абая, врач-аптека, видите, была сейчас на первом этаже, там построили двухэтажное здание, сделали. И мы видим с вами этот магазин «Смарт» написано. Это бывший гастроном был «Талас», универсам «Талас», самообслуживание раньше было. Один из первых магазинов. Ну, сейчас уже это тут гипермаркет, как говорится, супермаркет. Ну, вот так вот. Побывали мы с вами, сколько было возможно. Здесь ломбард, что стоит, а это Абая 170. Магазин, Абая 170. Так что, земляки, приезжайте, привозите ваши товары, вы можете здесь сдать на продажу советские, если целые, есть исправные вещи. Ну вот так вот, всего вам доброго.